Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. А в этом видео нарисуем фрукты. Покрываем ногти любым нюдовым камуфлирующим гель-лаком. Полимеризуем в лампе. И на палитру поставим цвета, которыми будем рисовать. Теперь рисуем дольку арбуза, рисуем треугольник при помощи красно-розового цвета. И просушиваем в лампе. Затем я смешала светло-зеленый и темный и нарисовала корочку. Добавляю еще немного темного. Сушим в лампе. При помощи черной гель-краски я рисую семечки. И тонкой линией, не по прямой, слегка извилистой, рисуем контур. В декор добавим немного черных хлопьев. У меня такой уже готовый гель-лак с эффектами, можно использовать сухие хлопья. Наносим матовый закрепитель. И теперь будем рисовать лимон. Также берем любой камуфлирующий гель-лак, сочный желтый, и рисуем лимончик. Thank you.
такой простой и быстрый дизайн ногтей готов. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в следующем видео.